полуночница – это фигура из славянской мифологии, представляющая собой дух бессонницу, который обитает в ночное время. Ее облик и характер обычно ассоциируются с злобой и тревогой, которые она приносит тем, кто не может уснуть в полночь. Этот мифологический персонаж обычно описывается как злобное существо, чья задача – мешать людям спать. Она может являться источником кошмаров, беспокойных снов и бессонницы, причиняя страдания тем, кто пытается отдохнуть в ночное время. Верится, что полуночница особенно активна в полночь, когда мир спит и тишина царит. Ее появление считается зловещим знаком, и люди пытаются избегать ее встречи или защищаться от нее различными амулетами и обрядами. Существуют различные легенды и сказания о происхождении полуночницы, но в большинстве случаев она воспринимается как негативный персонаж, символизирующий темные аспекты ночи и человеческие страхи. Таким образом, полуночница является одним из множества мифологических существ, олицетворяющих темные и загадочные аспекты славянской мифологии, и ее образ продолжает жить в фольклоре и легендах до сегодняшнего дня.